Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня покажу вам серьги. У нас только одни серьги сегодня от компании Яспис. Все уже есть на нашей виртуальной витринке. Ссылочки для заказа все под видео. Там же телефон, номер Viber, WhatsApp, ссылочка на группу ВКонтакте, ссылочка на наш Инстаграм. Но лучше, конечно, смотреть на витринке. Все это в разделе «Серебро», «Серьги». Там же много чего еще интересненького можно увидеть. К некоторым серьгам можно заказать в комплект кольцо, уточняйте. И также могут быть заказ они с другими камнями. Опять же, уточняйте, потому что еще в зависимости от камня будут меняться и цены. Но я сейчас здесь уточню, где будут кольца, где нет. Возможны в комплекте. Первые серьги у нас с кораллом, с натуральным красным кораллом, дорожечка из фианитов. К ним возможно заказ кольцо, плюсом этот наборчик возможен с другими камешками в исполнении. Вот такая, собственно, здесь оправа. Это серьги легенда. Занижен замочек. Прошу прощения. Занижен замочек на любую мочку. Артикул 1214S, средний вес 6,5 грамма, цена 2820. Коралл красный, фианит микс, но здесь фианиты одного цвета, так что миксов совершенно нету. Далее, следующие серьги у нас с малахитом. Вот такие интересненькие сережечки. Малахит и фианиты. Можно вот так на ушки, да, понимаете, вот это будет к лицу. А мне кажется, еще наоборот будет хорошо, если эта веточка вот так на ушках, от лица, например. Так, далее. Возможно, к заказу с другими камнями, вставочками, также плюсом может быть кольцо. Занижен замочек на маленькую или среднюю мочку. Ушко идут. Это серьги Салют. Артикул 1019S, вес 4,7 грамма, цена 2,660. Так. Далее серьги Портофино, Раух Топаз, огранночкой бриолет капелька и фианиты. Очень благородно смотрится. Шикарный раух стоит. Ограненный бриолетик, смотрите какой. Так, по заказу кольца к нему точно нет, а вот по камням уточните, по-моему, еще что-то там было по камням, разные вставочки. Занижен замочек на любую мочку, эта часть подвижна. Артикул 1531, вес 11,5 грамм, цена 6,670. Ну, здесь за раух, да, топаз большие. Натуральная цена, конечно, чуть подороже, чем у предыдущих. Вот эти серьги очень красивые. Тоже здесь капля бриолет, ограночка. И грани такие, знаете, большие, крупные. Не как вот сейчас в предыдущих были. Здесь грани покрупнее. Вставочка тут у нас идет аметист. Это серьги дефиле. Кольца к ним тоже нет, но, возможно, они с другими вставочками камня. Замочки занижены. Эта часть подвижна. Замочки на небольшую или среднюю мочку уха. И вот такая вот здесь оправа. Артикул 1001S. Вес 12,4, цена 5,350. Очень изящные серьги, прям как картиночка. Далее под старину, очень изящная тоже работа, здесь такая искусная. Серьги с розовым кварцем. Вот такая красотулечка. Это серьги феерия. Занижены очень хорошо замки на любую мочку. Эта часть с кварцем получается подвижная. Вот так изящно тут все нежненько сделано.
Объемные они получаются сбоку, если смотреть. Артикул 0860S, вес 16 грамм, вес всегда указывается на 2 серьги, то есть каждый по 8. Цена 5910. Очень, смотрите, какие розовенькие. Также возможно с другими камнями, да, забыла сказать, и плюсом они, к ним, по-моему, тоже кольцо есть. Серьги перышко. Есть с разными вставочками, кольца к ним нет. Вот такое перышко нежненькое и маленький небольшой коралл. Очень хорошо занижены замки. Замки на любую мочку подойдут. Артикул 1183, вес 7,9 грамма, цена 2880. Перо. Серьги перо, если вы ищете по названию. И есть они с жемчугом. Черным жемчугом. Вот такие жемчужинки здесь. Замочки все то же самое. Эта часть подвижная. Вот такая жемчужинка. Артикул тот же, 1183, вес 7,4, цена 2880. Серьги перо. Далее цитрин с фианитами. Фианиты вот наверху. На дорожке фианиты идут. И квадратные гранки цитрин. Это серьги Феникс. Чуть-чуть занижены замки на любую мочку. Эта часть подвижная. Вот такая красота серьги Феникс. Так, что к ним по кольцу? К ним, возможно, да, кольцо. Разные вставочки. Артикул 1033. Вес 7,6. Цена 4030 рублей. Далее. Вот такое изящество. Кружевное. Серьги с синтетическим чароитом. Возможно, с разными вставками, плюсом кольцо. Это серьги Корнелия. Артикул 0817. Цена 3040 рублей. Вес 7,6 грамма. Замочки занижены. На любую мочку эта часть подвижная. А, про пробы не сказал. Пробы, как всегда, на серьгах. Вверху и внизу швензочки. На каждой серьге. Сзади замочков, прям вверху и внизу всегда ищите. Но в основном на всех, у всех производителей в одном и том же месте ставят сзади на серьгах пробы. Так, малахит. Малахит очень нежненького цвета. Прям не глубокий, не сильно темный. Возможен с другими камнями, плюсом кольцо. Это комплект фея. Артикул 0721, вес 8,3, цена 3080 рублей. Замочки чуточку занижены, эта часть подвижна. Вот такая у нас фея с малахитом. Далее, горный хрусталь плюс фианиты. Это серьги G. Ну, по названию буквы, здесь вот эта завитушечка напоминает английскую букву G. Горный хрусталь, замочки английские, они идут перед мочкой и застегиваются сзади уже замочкой. Здесь на любую мочку, поскольку места достаточно много. Зеленые фианиты и горный хрусталь. Вот в такой оправе нежной. Артикул 0986, вес 11,8, цена 5800. Возможно, с другими вставками. Далее. Зеленый авантюрин. Авантюрин идет граненый.
Ну, тут видно, да, грани крупные, он весь прям переливается хорошо. Серьги полупетля на любую мочку, английский замочек такой. Видно небольшие темные включения в авантюрине. Прошу прощения. И вот такая вот оправочка, очень красивая, как у зеркала. Это серьги-метелица. Возможно в исполнении с другими камнями, плюсом кольцо. Артикул 0451. Вес 19,5 грамма на 2 серьги. Цена 7,360. Серьги крупные, конечно, да, большие. Шикарные серьги. Далее. Котейками немножечко разбавим. Вот такие у нас котейки. Миленькие, с хвостиками. Смотрите, какие милашечки. Так, серьги у нас с агатом. Серьги называются мягус. Артикул 1540. Возможно, с другими вставками, но камень, если агат, то там нет выбора камней, то есть, ну, какой придет. Я единственное могу сказать, что либо черный, либо серый, либо коричневатый. А так рисунок, конечно, не повторяется, потому что все индивидуально. Видите, он даже здесь немножечко разный. Возможно, они также и с жемчугом. Так, артикул скала. Вес на 2 серьги 13,6. Цена с агатом 4,300. Замочек английский, бубличек. Тут все подвижно. Ну, котейки разные. Такие асимметричные. Видите, у одного хвостик вверх, у одного хвостик вниз. Далее, малахит. Малахит и фианиты. Немножечко вставлены. Очень тоже нежненькая оправа. Вроде из-за кабошона кажется, что серьги классические. Смотрите, как оправа все меняет. И уже оп, и уже что-то современное. Такая красота. Сейчас поближе. Это серьги вернисаж. Возможно, заказу с другими камнями, плюсом кольцо. Артикул 1263. Вес 15,8 грамма. Цена 6,530. Замочки чуть занижены. Эта часть подвижная. Малахит. Так, коралл с фианитами. Сейчас, секунду. Очень люблю эти серьги, необычные. Возможно, также с разными камнями, плюсом кольцо. Это серьги креатив. Здесь у нас коралл, зеленый фианит. Смотрите, какая красотища. Артикул 0624S. Вес 18,6 грамма на 2 серьги. Цена 6,530. Замочки занижены на любую мочку. Эта часть подвижная. Очень креативные серьги. Креатив. Далее, серьги с аметистом. Называются они бридж. Возможно, к заказу кольцо. И, возможно, с другими камнями. Вот такая оригинальная здесь оправа. Замочки занижены на любую мочку. Эта часть подвижная. Вот такой длинный багет аметиста граненый. Артикул 0298. Вес 11 грамм. Цена 5,340. Так, далее пойдут простые серьги. Называются они простые, потому что здесь, собственно, никаких особых оправ нет. Замочек, бубличек. И дальше будут с разными вставочками. Здесь у нас крупный большой коралл, натуральный красный, ярко такой алый, я бы даже сказала. И, собственно, вот замочек, бубличек. Эта часть подвижна. Ну, достаточно тяжелый, учитывайте, коралл натуральный прям тяжелый. Они все серьги простые по одному артикулу 13,91. С кораллом вес 21 грамм, цена 2,650. Большой коралл, крупный. Есть они с лазуритом. Вот такой лазурит. Вот тут такая октаэдрическая форма. Не совсем, конечно, но вот что-то
похоже. Лазурит с темными и золотыми вкраплениями. Артикул тот же. Вес 7,4 грамма. Цена 2300. Есть с маленькими кораллами. Тоже натуральный. Не такой яркий, прям как были большие серьги. Видите, этот прям малый. Этот чуть-чуть поменьше. Красноты. Замочки те же бублички. Так, коралл красный. Вес 6 грамм. Цена 2300. И есть они с цитрином. Так, сейчас покажу. С цитрином две пары. Одни подлинней, поуже. Вторые, так сказать, пошире и покороче. Замочки одинаковые у тех и у тех. Вот, так что кому какие в заказ, пишите. Вот такие здесь цитрины. Видно прям рост. Кристаллики роста. Прям мало-мало они обработаны. Старались никакую особую форму не придавать. Чтобы не было... Сейчас, секунду. Много этих веревочек. Чтобы не было сильной потери камня. Просто вот такие у нас цитринчики. Так, артикул тот же. 13,91. Вес 6,6. Цена 2,300 у серег. Который пошире, здесь вес 8,3. Ну, разница не очень большая. И, конечно же, любимые серьги Серенада. Серьги Асимметрия. Так, идут они на замочке. Сейчас. Здесь очень неудобно. Прикрепляют бирку. Они немножко убегают каждый раз. Сейчас я их постараюсь разложить. Вот. Вот такие серьги. Здесь у нас Раух-Топаз. Ну, асимметрия только в том, что вот это долька вверх, долька вниз. Серьги-скобы. Они идут. Заглушечка есть. Пробы вот здесь на самой дужке. Садятся на любую мочку. Шикарно смотрится. Шикарные камни. Сейчас покажу. Они есть с разными камнями. Тут у нас Раух-Топаз. Артикул 16,90, вес 14,5 грамм, цена 6,330. Есть они с празиолитом. Эти веревочки. Вот они есть с празиолитом, такие же серьги. Очень красиво, смотрите, какой камень. Так, артикул тот же, цена с празиолитом 6,420, вес 13,7. Есть они с аметистом. Очень просто хорошая модель, всем нравится, поэтому они у нас с разными камнями. Аметист, шикарные огранки. Смотрите, у всех огранка разные. Видно, не видно? Смотрите. Здесь грани, здесь вот он более под багет. В Раух-Топазе тоже совсем другая гранка. Так, с аметистом. Вес 15 грамм, цена 6,420. И есть они самые популярные, наверное, это с горным хрусталем. Так, разложу. Эти веревочки. Вот. И с горным хрусталем это чудо. Смотрите, как играет. Так, артикул тот же, вес 14,3, с хрусталем, цена 6,290. Все показала. Девочки, кто что пропустил, замеры, длина и так далее. К чему есть кольцо, в каких камнях и цены, все уточняйте. Вайбер, ватсап, группы ВКонтакте, Инстаграм пишите. А смотреть, заказывать лучше на виртуальной витринке. Напоминаю, что отсылаем мы в любую страну. Все ссылки для заказа под видео. Я вам желаю приятного дня. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока!